частотку лёд 1000 Гц. Сергей Пашков, Андрей Попов, Игорь Горелик. Вести из Шарм-эль-Шейха. И в завершение. Католическая церковь сегодня бросила вызов тому, что называется политкорректностью. И на Западе уже давно считается тоже чем-то вроде религии. В декларации Ватикана говорится об экологии человеческой природы. За этой обтекаемой формулировкой отношение Святого Престола к гомосексуализму. Оказывается, до сих пор в этом вопросе у католиков не было абсолютной ясности. И вот Папа Римский Бенедикт XVI заявляет сегодня, что очень обеспокоен защиту общества от гомосексуализма и транссексуализма. Чтобы никого не обидеть, понтифик говорил о явлениях, а не о людях. Он сравнил с защитой тропических лесов от вырубки. Считается, что это своеобразный ответ на никем не замеченное, но тем не менее сенсационное заявление Генеральной Ассамблеи ООН в защиту прав сексуальных меньшинств, что символично его подписали 66 государств, от Гвинеи-Бисау до Сан-Марино. Полный список легко можно найти в интернете.
Утешает одно: Россия, Китай и даже США в этом списке нет. А вот Италия есть. Так что папу, в общем, можно понять, хоть в. В тот раз я ехал по вызову в горный отель. Отель назывался «У погибшего альпиниста», и добраться туда было нелегко. С тех пор прошло много лет, но и по сей день, думая обо всем случившемся, я задавал себе только один вопрос. Россия. Уникальное семейство телеканалов для всех зрителей огромной страны. Россия 1. Лучшие российские фильмы и сериалы. Документальное кино. Новости, публицистика. Познавательные и развлекательные передачи. Классика отечественного телевидения. Россия 2. Спортивные трансляции. Программы о людях и мире, в котором они живут. Телеканал для тех, кто хочет знать и уметь больше. Для тех, кто всегда в движении. Весь цвет отечественной и мировой культуры на канале «Россия Культура». Музыка, живопись, литература, театр, классика кинематографа. История и современность. «Россия-24». Прямые трансляции важнейших политических мероприятий. Самые свежие вести из всех регионов страны и мира. 24 часа в сутки. В полном объеме. Точно, подробно, оперативно. Россия. Большое телевидение для большой страны.